общем-то, вопрос, как пополнить клиентский кабинет Google Ads в новом интерфейсе. Собственно, очень все просто, очень элементарно. Берем, переходим в наш управляющий аккаунт или в обычный аккаунт. Потом инструменты и настройки, сводка платежных данных. Ну и, как видите, здесь у меня сейчас будет там подкреплена уже карта. Но ее можно открепить. Способы оплаты заходим. Ее можно, допустим, удалить. И добавить, собственно, новую. Выбираете код карты. Виза. Ну и, в общем, там, когда вы будете вводить код карты, здесь вам будет предложено ввести еще дополнительно срок действия ее и CVV-код, то есть, который на обратной стороне. И, в принципе, все. Следующим шагом будет, собственно, пополнение. Пополнение очень элементарно. То есть, сейчас я вам покажу, например, работающего аккаунта. Собственно, сводка. Внести платеж нажимаем здесь. Будет кнопочка. Вводим какую-то сумму. От 50 гривен, не забываем, от 50 гривен минималка. И внести платеж, все, средства будут списаны. Не обязательно, что они сразу прямо здесь появятся, может быть, там через минуту где-то. И дальше уже там переходим в свой кабинет и делаем все дела. Настраиваем, изменяем, смотрим, анализируем. Кстати, да, надо дописать здесь все счастливенько, давайте.